Привет, дорогие друзья! И с вами снова ваша любимая передача «Рок-клиника». И ваши любимые ведущие. Фея светлая. И фея темная. Ага. Мы снова вместе, опять воссоединились, и пьем божественный нектар, летаем от цветка к цветку, и снова встречаем прекрасные группы. Сегодня у нас очень необычные гости, как всегда, в передаче. Очень интересные, на них действительно классно смотреть, а не только слушать. Итак, поприветствуем наших друзей, группу «Виски Кэт». Всем привет. Ура, ура, ура. Всем привет, мы группа «Виски Кэт». Это я сочинил, когда шел. Сильвер, а кого ты сейчас показал? Так, это... Ты своего тоже покажи. Мы пришли не с пустыми руками в эту студию. Мы пришли... То есть это одушевленные существа? Да, они абсолютно живые. Это продюсер Боб Рокер. А это тоже кто? То есть это ваш продюсер? Это его главный помощник. И его помощник, ага. Ну, кстати, для тех, кто не знает, вот нас музыкантов зовут Сильвер и... Трышуня. И Трышуня. А чем вы занимаетесь в группе? На чем играете, например? Так, он играет на бас-гитаре. Это наш бас-гитарист. А этот? Тогда этот барабанщик. Ага. Я, да, а теперь трэш-гитарист. Ауенный гитарист у нас, а я пою и играю на гитаре. Ребята, а вообще как давно вы играете? То есть вы так молодо и свежо выглядите, такое ощущение, что, в общем-то, недавно стали заниматься музыкой. Да, я с прошлого года взял гитару, резко, быстро научился играть и вообще и все. Не, я вчера сидел, думаю, какого... Ну, на самом деле, они нам рассказали, что они, в общем-то, играют уже порядка 10, так сказать, лет. Ну... Как это бывает обычно с музыкантами, которые к нам приходят. Все обычно так это вот примерно так и играют. Кстати, вот у нас в чат заходят все новые люди, их все больше и больше. Kingdom Come, Марина, Джонсон, Хэй. Задавайте вопросы, кстати. Вы можете выиграть диск с автографией музыкантов. Можете не просто заходить. Можете выиграть музыкантов на ночь. Да, да. Это да, это должен быть супер вопрос, и тогда мы будем. Спецпредложение. Да, кстати, это беспрецедентное предложение, потому что обычно предлагают только диски с автографами, а тут и самые музыканты, как бы. С автографами, музыканты с автографами. За самый интересный вопрос, в общем-то, готовы продлить передачу, например. А, ребята, расскажите, вот с чем связан ваш необычный вид? И вообще расскажите о стиле глэм, как я понимаю, потому что я думаю, многие наши зрители даже не представляют, что это такое. Да, вы-то, по крайней мере, в курсе дела, так что расскажите, пожалуйста. Да, мы прямо из первых лиц, можно... Ну, не знаю, мы с самого начала, как играем, мы делаем шоу и делаем мощное шоу. Скорее всего, это просто вот, это шоу какое-то яркое, это показать себя на сцене как-то необычно, быть нестандартным, не прежде всего. Если бы, может быть, все были бы яркие такие, мы, может быть, были бы обычные. Да, я бы спортивные штаны точно надел, точно. Но необычным можно быть по-разному, согласитесь. То есть не обязательно вот именно в такой внешний вид перевоплощаться, как вы, да? Ну, мне кажется, просто еще, когда человек играет музыку, это все, это как секс. Вот что, такое вот чем, что такое? Что сейчас, такое сейчас, секс? Сейчас я вот точно. В нашей стране сейчас нет. Сейчас я расскажу, секса. Расскажу. Тихо, вот, я придумал. Короче, легенда такая. Это мы занимаемся типа как секс, понимаете? Можно сравнить с сексом. Когда человек охуенно там может, да, все в постели делать, когда просто король, но при этом ни хера не выглядит, то задумаешься там. Можно переспать, но тусоваться с ним, короче, грубо говоря, не будешь. А если человек офигенно выглядит, и весь из себя мачо, да, денди, но при этом постели он доска, да. Что-то было, то, соответственно, можно с ним там в ресторанчик сходить, пивка попить. А это как на артёлке, есть дёлки красивые, но не то, да, а есть... Да, а мы, короче... Вы себя причисляете к первым, как бы, да? Мы причисляем себя группе. К третьим, а, потому к что группе. Мы денди, мы офигенные пацаны. Вы все вместе. Да, но при этом еще, вот я что хочу сказать, то, что ну, когда музыка из тебя прет, не знаю, мне, да. Например, сложно... Не, во мне иногда пятая группа просыпается, вот третья, ну где-то еще пятая. Вот я что говорю, когда музыка прет, эмоции, я не представляю, как можно тупо, да, стоять там на сцене в обычной одежде и все это лобать. Ну, отлично, музыканты, потому что у нас прибавляются люди в чате, do you like me, Jack, то есть с каждой секундой количество общающихся все растет. И вот Хейт уже задает первый вопрос, поздравляем, кстати, Хейт, молодец. И он спрашивает, слышал, да, смелый, слышал, что Сильвер заядлый поклонник Кис. Если это так, то с чего началось увлечение группой?
Я страшный поклонник Кис. Все началось с Паши Потапова. Не, на самом деле, конечно же, я до этого знал, но когда я впервые попал на какую, по-моему, вторую по счету Кис-конвенцию, я просто тогда реально прихуел, потому что как раз было время, когда глэм уже как-то и его и не было совсем. Когда на вопрос глэм все делали большие глаза, типа, а что это такое? А тут вдруг я оказался на концерте, где играли Кис. Кругом. Увидел Пашу, да? Как... Да, ну там Паша. Пашу, там влюбился сразу, и все. Паша играл Кис. А там, Кис. Да, там, короче, полюбил и Кис, там, ну, Паша, Кис. А, вот как было у нас, дело. Да, в нашей стране так. Говорим Паша, подразумеваем Кис. Да, да, говорим Кис, подразумеваем Пашу. Итак, прекрасно, приветствуем еще людей, которые приходят в наш чат тоже. Задавайте вопросы. Кстати, анонсы смотрите на нашем сайте rockfeynarod.ru. И как раз по касаемо глэма. Как вы считаете, с чем связано то, что у нас в России нет женских глэмовых групп? Вот я помню, был такой подъем зарубежных всяких Vixen, там Girls School, но я уж не говорю, куча неизвестных женских команд, которые сейчас полностью забыты, а тогда имели огромный успех. И как вы считаете, нужна ли сейчас вот в России, или в частности в Москве, вот именно такая женская глэмовая команда? Я думаю, это просто было 5 баллов, потому что женщины и девушки-то и так красивые, и им только остается взять в руки гитары. А поют они и так, в принципе. Положить что-то другое, да, и взять гитары. А почему, да, нет сейчас у нас в Москве? Бросить эти караоке, эти все клубные, просто это было потрясающе. А с чем связано? Почему у нас сейчас это не развито вообще, глэм-тусовка даже, ну, в женском формате хотя бы? Почему у нас нет Доры Пэш, например? Да сейчас или... будет уже все. Потому что я говорю, сейчас только начинается. Появились группы, офигенные группы сейчас. Появились молодые, которые мы уже старперы, уже просто не канаем по сравнению. Сейчас, мне кажется, и женские появятся. И... А, кстати, вот что. Может быть, да, кто не знает, мы же... Не знаю, экскурс в историю. Мы изначально полуженская гламовая группа. А, у вас у девушка нас... пела, да? У нас был гламовый вокал, да. Офигенная подруга, один из начинателей группы была Кэт Натаэл. Вот почему, кстати, в общем-то, отчасти, только отчасти и Виски Кэт. А, ну, отлично. Я думаю, то, что сейчас пришло время послушать песню. То есть я думаю, да, что у нас, да, много народа. Да, у нас много, да, народа в чате. Пусть ребята насладятся. Да, знает, здесь, послушаю. Да, здесь я возьму инициативу на себя, потому что я ранее Виски Кэт видела на концертах. Мне не знакома была с записями, а тут прослушала. И мне очень понравилось. Песня «Шлюхи». Но почему-то она в английском переводе звучит как «Bitches». Кстати, вот последний вопрос перед песней. С чем это связано? Это, короче, трэш на самом деле не любит нашу песню. А текст он терпеть не может. И он просто один раз мне сказал, что ты какую-то хуйню пишешь? Напиши про шлюх, что ли, что-нибудь. Песня «Шлюхи». На самом деле там не шлюхи. Ну, про что писать? На самом деле там «Бляди» в оригинале. Не, ну «Бляди» — это совсем уж грубо. Шлюхи как-то... Да, мы же больше плюшевые. Вообще, какая разница между блядью и шлюхой? Это хороший вопрос. Вот, пожалуйста, если нас кто сейчас слушает и видит, вот такой вопрос. Блядь, все-таки по-нашему. Так сказать, можете в интернете, так сказать, написать свой ответ, то есть, да, мы на этот вопрос. Мы откроем отдельный форум по этому вопросу. У нас начинается дискуссия. Да. Да. Кстати, дисков у нас много, так что задавайте вопросов, не стесняйтесь. Я думаю, каждый, кто задаст вопрос, может выиграть. Это может быть не один, не два, не три человека, а гораздо больше. Так четыре. Четыре. Так что отвечайте на вопросы, и мы слышим песни «Шлюхи». Спасу этот мир.
пьяный секс обнажает чувства. Страхи, стоны пробуждают боль. Королева пепла ада, ночная блудница, подарит ночь огня и унесет небеса. Или нет? Пацан, власть или грязь наркоты. Я беру любовь за деньги или секс для нужды. Кто сказал, что секс не бизнес? Нельзя купить любовь. Итак, прослушали песню «Бичес» или иначе «Шлюхи». И у нас в чате есть девушка, которая поздоровалась со мной, сказала: «Фей, темная, привет, очень скучно». Девушка, а ты, чтобы не скучать, задавай вопросы группе. Если тебе скучно одной, то мы тебе поможем. Ты можешь задать любые вопросы на любые темы. И нам тоже станет скучно. И мы на все твои вопросы ответим. Да. А еще бы я посоветовала как бы посмотреть на ребят, там развеселиться дико. Да. А, кстати, где вас вообще можно увидеть? Вот, кто, например, вас смотрит и такой понял, я не могу больше так жить, я хочу прийти и увидеть группу Whiskey Cat. На глэм-пати мы играем. Глэм-пати. Ну, мало ли что, а поконкретнее. Глэм, да, глэм. Вот я знаю, есть такая интрига, что, вероятно, вас кто-то, может быть, увидит 5 января. Да, да, 5 января будет охренительнейшая глэм-пати. Будут выступать офигеннейшие группы, которые у нас играют глэм в Москве, а может быть даже не только в Москве. И есть интрига, что мы, вероятно, там будем играть. Ага. А у вас на сайте эту информацию можно будет просмотреть как-то? Да, в курсе. А что у вас за сайт вообще? Как его посетить? Так, наш сайт www.whiskey-cat.by.ru. whiskey-cat.by.ru. Там есть все, там качайте, смотрите. Пишите правильно, Whiskey. Не виски, а на конце игры. Короче, шотландский вариант. Виски американский не канает, а шотландский. Скотч-виски. И перед тем, как Фея Светлая задаст вопрос, приветствуем Хэл в нашем тоже чате, как и прибывающих людей. Да. И, кстати, Хэл, задавай тоже вопросы, не стесняйся. Получить диск на шару. Еще, может быть, музыканты тоже придут после передачи. Как Дед Мороз. Итак, Фея Светлая, ваш вопрос. Подарками. А вот скажите, вот вашу музыку, да, на ваших выступлениях, вот кому вы больше нравитесь, юношам или девушкам? Или это смешано? Ну, стиль вернается юношам однозначно, я девушкам. А, вот так, да? Я стараюсь. Ну, то есть, кто в большей степени является вашими, так сказать, слушателями? Ну, я не знаю, если не поклонниками уж совсем, ну... Девушки рулис. Мы любим девушек, и девушки рулис, и они нас любят, вот точно могу сказать. Девушки, спасибо вам огромное от души. Если бы не они, кстати, наверное, не было бы группы, в принципе, вообще. Точно, они точно. Они как бы нам помогают и тянут. Вообще, первоначально, когда это еще было, сколько лет, 6 назад, 7, в принципе, они-то и таскали наши сумки, и гитары, и красили нас, начёсы, вот и аппаратуру сейчас... нам настраивали, и пьяных обратно везли.
Вот, на своих самосвалах. А часто ли вам поступали обвинения в педерастии, например, на концертах там или от каких-то металлистов? Ну, если концерт проходит без вот этого, то концерт... Это не концерт. Да. Это не может быть. То есть, а были какие-то проблемы, например, если вы выступали где-то в регионах, то есть там приходят такие кондовые металлисты в казаках, в таких бронированных косухах, говорят, ну что это такое здесь устроили? Ну, в принципе, да, этот сам, когда мы один раз как-то выступали, мне знакомые из другой параллельной группы, они даже на сцену сказали, не, если выйдешь так, сейчас не поедешь с нами больше вообще обратно. До дома не доедешь. До дома не доедешь. А до дома, да, реально не доехать. Так и не вышел. Не вышел ты, да? Нет, я вышел. Вышел, и абсолютно народ, помнишь, мы когда доиграли этот сам, куда мы ездили? Ну, Подмосковье. А, ну там, да, там отдельная история. Мы Гонзов там играли, все этот самый, всякий материал. Народ вообще на ура, это просто было неожиданность. Мы думали, как этот самый, они подбежали, так просто было. Не, обычно делятся где-то, наверное, пополам. Нет, сначала вот мы, нет, когда выходим на сцену, они, конечно, народ начинает шикать. Это вот, что я и говорю, делятся пополам. Одни говорят, о, блядь, пиздец, что за ребята, послушаем, что они нам сейчас со сцены скажут. Другие, нихуя себе, пиздец, что за козлы. Останемся послушать, что эти козлы на сцене делают. Так что мы... Выигрыши всегда. Ну вот, не выдержал душа поэта, и Хэл задает вам вопрос. Ура! Спасибо, Хэл! Спасибо, блядь! Виски, как по вашему мнению, есть ли в России глэм-рок команды, достойны играть на одной сцене с вами? Откуда? В России достойная с нами. Не, ну есть такие группы. Не, на самом деле, команды сейчас, вот сейчас реально появились команды, подтвердит товарищ. Корсиканец. Да, 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 корсиканец. Реально, есть команды офигенные, хорошие. Не знаю, есть молодые, которые, я чувствую, впереди им вообще просто светит светлое будущее. Есть команды, которые уже не молодые, да. Ну, название можно... Ну, Naked Gun, вот, в принципе. Даже, да, друзья и товарищи, правда, мы их не очень особо знаем, но охуенные. Naked Gun, да, вот. Паша тоже молодец, там как у него что попрет, не попрет, но вот он всегда делает хорошие, он и все делает, и в том числе глэмовые все штуки делает. Молоток, молоток. А насколько вы вообще привержены стилю глэм? То есть, предположим, вам предложили участие в каком-нибудь модном фестивале, там, с участием группы Пилигрим, там, Ария, Арды, сказали бы, ну вот вы должны выглядеть именно как металлисты, там, в казаках, в берцах, согласны ли вы, там, не краситься? Вот как? Отказались бы вы от стиля глэм на один концерт или нет? А что отказываться-то? Он дай есть. Скажу. Да, давай, Тюма, скажи. Я уже передумал говорить. Да-да-да, я скажу. Нет, а на самом деле, тут глэм понятие какое-то вот глэм, глэм, блядь, на форумах там сидят. Нет, подожди, это дело глэм, в том, что если мы это откажемся, россия, дело в том, что мы откажемся от этого, смысл потеряется вообще. Мы как бы растворимся в этой куче навоза, вот и все. Ой, что-то не то сказал. Вот. Ну, а скажем так, если бы вас пригласили, например, также там на корпоративную вечеринку, да, сказали бы, о, ребята, вот вы вот так вот выглядите, разговор, да? Был уже, да, уже так. Был, когда люди к нам приходят, музыканты, и начинают там, вот, давайте туда-сюда, они не понимают, что это такое, я говорю, да, сразу, да, да. Это другая вывеска, другая группа, это что-то будет другое вообще, не... Можно что-то сыграть и другое там, этот самый, в других стилях. Кстати, вот я люблю различные, и джаз-рок, и вообще разные стили. Меломан, короче. Да, меломан. Ну, и готов играть что-то. Но это уже по другой вывеске, это уже совсем другое. Это вот уже и именно кровью и потом заработанное имя, Виски Кэт, вот уже знают. Like охуенно сказал. Молодец. У нас человек в чате опять задает вопрос. Like an Angel. Кстати, Like an Angel. Это девушка или мальчик? Очень интересно. Неважно. Давайте, да, вопросы. Итак, вопрос. Для Виски Кэт. Когда у вас намечается ближайший концерт? Видите, как люди хотят вас видеть? Какие у вас вообще планы? Как часто бы вы хотели выступать? Мы сами очень... И где вас можно увидеть? Хотим себя видеть. Ну вот я говорю, сейчас большая интрига, что 5 числа в релаксе будет глэмпатия. Офигеннейшая, с хорошими группами. Нет, короче, возможно, смотрите, если так, вы смотрите, нас хотите увидеть... Если вы нас хотите, вы нас хотите... Увидеть, и если среди вас есть музыканты, о, барабанщик и басист, да, пишите, вы будете с нами играть на ура. Все, ну, тогда будете прям завтра будем видеть. Уже лободе, скажем. Будете всегда. Вот. Основное препятствие, это, конечно же, присутствие музыкантов. Вот. Отлично. И сейчас прям время передачи летит незаметно. У нас формат. Я вот хочу послушать еще одну, на самом деле, еще одну песню «Рок-н-ролл Суицид». А чьи это слова?
Это слова все пишу я. Я могу гордиться, а трэш меня ненавидит. А есть кто-то, кто, кому не нравятся твои слова? Да, конечно, есть. Трэшу не нравятся твои слова? Трэш вообще ни музыку не любит, ни слова не любит. Ну, все не нравится. А музыку тоже ты сочиняешь? В принципе, музыку пополам. Не, мы пополам все делаем, но трэш, он молоток. Он нас загоняет в такие, ну, ставит, короче, рамки приличия, чтобы мы хуйню всякую не писали, а делали хотя бы более-менее приличную хуйню. Итак, сейчас слушаем песню «Рок-н-ролл Суицид», пока Сильвер бежит курить. Да-да-да-да-да, я курить. Вика бежит помогать Сильверу, чтобы что-нибудь с ним не случилось, кто-нибудь не украл по дороге. Вот. Изнасиловал меня, чтобы... И... О, Господи, что-то с памятью. И трэш остаются здесь. Почему здесь? Я тоже прекрасно. Это пересветло остается. Спасибо.
Так, это была песня «Рок-н-ролл суицид». За это время, в общем-то, Альф успел отсношать корсиканца, а наш Сильвер успел немного разоблачиться и показать свою наколку. Да. Это единственная твоя наколка? Это моя единственная, да, и неповторимая наколка. Что она означает? Это жнец. Это напоминание о смерти. А, да, кстати, вот как раз песня была про суицид. Вот вообще, вы, наверное, ну, ты, в частности, да, неоднократно размышлял на эту тему, да, вот, ну, на протяжении какого-то времени, да, вот, что ты можешь сказать по этому вопросу? Вот, ну, мне кажется, периодически у многих возникают мысли о суициде. А мне нет, мне кажется, вообще у всех они возникают, на самом деле, ничего страшного. Не, ну почему-то, не, ну кто-то как-то осуществляет это вот на деле, а кто-то нет. Вот чем эти люди отличаются друг от друга? Во-первых, люди эти отличаются подростковостью, в основном эти мысли как раз 18-21 год. Вот. А если отмести подростков, ну взять более осознанных людей, так сказать? Осознанно, это, конечно, жизнь тогда бьет по мозгам. Ну да, в общем-то об этом и песня. О мозгах, о жизни. И... Нет, дело в том, что тут как результат раз... Результат суицид. Все равно карнавал карнавалом, но иногда тоже бывает депрессии и грустно. Хотя вот вроде так все и пафосно, и выглядишь, и все так весело, вот. И у нас уже три вопроса из чата. О, супер! Да, Like an Angel спрашивает. Yes. Итак, я перечисляю сразу все вопросы, чтобы... Точнее, 3000. Да. Состав группы постоянно меняется. Каков он на данный момент? И связаны ли с этим творческие планы? Да, какие-то? И Хелл спрашивает. Глэм-рок-пати, на которых Виски достаточно часто выступали, являлись ли для вас значимым мероприятием? Каждый концерт, я думаю, что это значимое мероприятие, потому что ты 2 часа красишься, 3 часа одеваешься, потом 15 минут... Сам красишься? Все. Сам одеваешься? Ну, как Треш заметил, большой респект тем, как сказать, девушкам, потому что нам помогают, мне реально помогают и сделать. Вот мне сегодня не помогли, на башке какая-то хуйня, а так вообще очень... А насчет состава группы? Да, вот, пропустил, сори. Короче, да, насчет состава... Да практически зависит творчество от состава, потому что вдвоем-то мы, конечно, герои, но без ритм-секции мы никуда деться не можем, и вот как сейчас непонятная ситуация, ритм-секция туда, то нет, и мы ее тоже подвисли. На самом деле, Сильвия, когда я зашла на твой сайт, у меня сразу же возникло несколько вопросов. Вот я помню, что первоначально твой облик был очень похож на Сида Вишеза из Sex Pistols, да? Вот, и сейчас смена облика с чем связана? То есть ты начинал с панк-рока, как и все, наверное, да, в России? Не, на самом деле там до Сид Вишес как раз больше глэмовый, потом, ну даже не Сид Вишес. Он больше, наверное, все-таки Стив Стивенс, его кумир. О, да, точно, yes, я хочу его. Ага. И тут опять вопрос из чата, я даже не знаю, вопрос ли это предложение, но, в общем, советую вам ответить честно. Для Виски Кэт, ввиду грядущих праздников, что для вас Новый год в стиле глэм? И вообще, какие планы на праздники? Ведь для музыкантов, как правило, это время суровое. Ну, суровое это скорее для корпоративов. К сожалению, мы не можем себя причислить к людям, зарабатывающим музыкой деньги. Очень бы хотелось играть кому-нибудь попсу. Нет, в этот день Дед Мороз отбирает у нас праздник. Он яркий весь. А вообще, какие планы? Like an Angel спрашивает, какие планы? Как вы собираетесь вообще отмечать праздник? Планы нормально расслабиться после этого хорошего и тяжелого года. А что для вас нормально расслабиться? Действительно, просто у всех по-разному. А нет времени думать. Год идет, время идет, а вот как оно жахнет по мозгам Новый год, и там уже будешь думать. Че почти. Ну, то есть, короче, вы еще пока не думали об этом. Нет, мы не думали. Ну и правильно, еще на самом деле целых 10 дней, мне кажется, это очень... Ну у вас же есть, наверное, какие-нибудь сожители, с кем вы живете, там, которые требуют от вас отмечания совместно. У меня собака. Или вы как бы все равно, то есть вне зависимости от сожителей, сожительниц, все равно отмечаете Новый год вместе в группе? Да, отмечаем. Вместе только с собакой. А вы в Новый год играете музыку? Да, в Новый год тоже играем музыку.
А, кстати, алкогольную музыку. А помнишь, да, кстати, как было под Новый год, когда мы тусовались? А, у нас же, да, у нас, по-моему, даже пару раз попадалось в концерты. Нет, ну а ты помнишь, как все вместе-то были? Не, не помню. Да еще на видео снимали, вы там... А, вот это вообще ништяк был, короче. Это что было, там целые конкурсы, там это, придумали сказку какую-то, они там разыгрывали. Мы, короче, да. Я там еще под столом валялся-то. Трэш пропустил, он не помнит. Да, я там... Он наблевал под столом под моим. А мы сделали спектакль, я нарядился... Спектакль ставили по Даниилу Хармсу. Я же не помню имена. Жанр. Я, значит, был женщинами, сделали груди, платье где-то нарыли. Елка у нас была из подручных средств. Я помню, что пылесос основанием был. Угу. Там навешали какую-то херни. И когда все орали «Елочка, зажгись», мы включали этот пылесос, он дул. А снеговик мы сделали из коробок. Он был весь квадратный, парень ходил. И поскольку курить тоже охота, он, у него нос трубочкой был, он оттуда дым пускал все время. А потом он заставил друг... А, потом снеговика заставили родить панка Федю. Вот это было вообще чума. Ну, видимо, там было целое... Много вас было, да, я так понимаю? Да, там... Целая творческая бригада, да? Там было очень много народу, все кончилось тем, что родителям пришлось звонить мужу сестры, чтобы тот вызывал наряд милиции, а он сам милиционер, приехал нас разгонять. Непонятно, чьим родителям, какого мужа и чьей сестры. После этой истории шквал. Это не важно. А я, кстати, на утро потом случайно закрыл дверь туалета. Никто не мог, они свидетели снимали. Ребят, там шквал вопросов уже в чате, просто надо успевать отвечать. Вот, я просто уже даже не успеваю приматывать, да? Глэм-рок-пати, как правило, между собойчик с выпивкой. Ну, я не знаю, кто согласится с этим или нет. Хэл спрашивает, вас часто спрашивают, какой вы сексуальной ориентации? Like an Angel. И вообще, какие... Like an Angel пишет тоже. Точно, про ориентацию все хотят знать. И также Like an Angel. Непонятно, кто это, кстати. Сильверу, как на личном фронте? Могут ли ваши поклонники, поклонницы, на что-то рассчитывать? Вот уже предложение. Да. Чё сидеть дома и рассчитывать? Надо идти на шоу «Маскарад», да, и уже нормально все делать. А чё рассчитывать-то? Всё будет. Ну да, действительно. Зачем мозги, как говорится, себе компостировать? Не, на самом деле, чё нет, конечно. Зачем долго ёрзать, а то брызнет. Ну, кстати, Like an Angel, поэтому ты можешь рассчитывать. И, соответственно, про ориентацию часто спрашивают. Да, это, мне кажется, 45-летний грузчик. Представьте себе мужика, накрашенного в обтягивающих штанах. И здесь можно, наверное, сразу понятно, сколько раз его спрашивают про ориентацию. Ну, раз 8 из 10, наверное. Из 10 вопросов 8 про ориентацию. Мы скромно уворачиваемся. А вообще, какие женщины-то вам нравятся, что вот Like an Angel спрашивают и, в общем-то, думают, стоит ли ей приходить на вашей вечеринке или нет? Мне нравятся плотные такие, это самое, в теле. А мне наоборот, мне вот типа твиги так, чтобы все было миниатюрненько так хорошо. Ну вот. Чтобы, видите, короче, коленками глаза могла выколоть его. Как вот смотрите, видите, как раз вот разные такие вот. То есть могут и такие девушки, как бы, и такие, но правда. То есть всем стоит приходить? Например. Всем, да, всем. Мы всех обеспечим, все нормально. Мы еще можем. А вот теперь вопрос к тебе. Когда я заходила на сайт, я увидела очень интересные мультфильмы, анимацию. Это ты все делаешь сам? Да, это... Хочу похвастаться, это я герой-гигант. Все заходите на сайт whiskey-cat.by. Короче, реклама сайта, ну, все, наверное, кто знает, спросите. Заходите, там есть офигенные мульты, правда, их очень мало, потому что я лентяй и делаю, ну, может, в год один штучку, ну, просто охуенно. Самое главное, там такой большой мульт есть, который главный, там моя гордость — музыка, там такая электронная музыка, тоже я делал. А мы, это не только главное. Про лестницу в небо, Сильвер, да? На самом деле, понимаете, Сильвер, он наполовину музыкант, а наполовину, не знаю кто. Нет, он наполовину Энди Ворхол, вот, наверное. Вот. Он еще и художник, он рисует хорошо комиксы. Клево. Вот. А вот... ты баска это. А я заметила какие-то вот тоже... Да, я не люблю вообще живопись. Правильно, нахуя. Не, я не люблю вообще. Я вот хожу все время ЦДХ, ничего не понимаю. Да, Сильвер. И вот я заметила, что у тебя мультфильмы, они такие нежизнеутверждающие. То есть какие? Вот нежизнеутверждающие отнюдь. Да, вот про такого человечка, похожего на корсиканца, который лезет в небо через лестницу, он какой-то очень мрачный и грустный. То есть, в принципе, в этих мультфильмах ты передаешь свое настроение или как-то просто отображаешь мысли?
без настроения. Мне самое главное кажется, что вообще в музыке, и мне самое интересное, когда человек именно искренен, когда ты видишь, что он вот какой он есть, вот он вот это вот и делает. Неважно, это театрализованное шоу поставлено, но когда реально искренне. Вот то же самое получается и в мультиках, и в музыке, в текстах. То есть когда ты показываешь себя, как правило, поскольку я не текстов писать профессионально, ни мультиков делать не умею, все это происходит как-то на эмоциях, на каких-то, когда уже припрет, когда совсем там, не знаю, жопы или наоборот распирает. Да, нет, на самом деле человек из будущего, он робот прилетел, как Терминатор, принес нам глэм-рок сюда. Вот. Нет, неправда, не надо у Паши отнимать его достойную. Пашу не отнимем, Паша кис, это все, Паша кис. Не, по паштету, да, респект, он молоток, он нам помогает. Like an Angel пишет, жалко, что я не слышу ответов, только остается, что вопрос задает. Like an Angel, кстати, я тебе советую. Ой, сори, если пропустили, мы исправимся. Нет, наверное, не слышит ответов. Не отвечай. Вось, повторите, пожалуйста, вопрос. Ой, мы забыли. Мы алло, like an Angel, ура. Почему? Про сексуальную ориентацию я спросила. Про Новый год я спросила. Ты ответили ли? Это самое. Нет, это нельзя отвечать тут прямо. Это чтобы мальчики и девочки ходили. Ну, конечно, а сейчас скажем, там мальчики отпадут или девочки отпадут. Ну, Казебаян. Пусть все идут, мы всем нормально сделаем. Все ходят, кто любит. И Guns N' Roses, и Motley Crue, и все различное. И любят старые 80-е. Дэвид Боуи. Дэвид Боуи. Любят хорошее настроение. Ответьте, пожалуйста. И нас любит. И... Хелл задает вопрос. Как, по-вашему, классический рок популярен сейчас? Не чувствуете ли вы возрождения стиля? Классический рок... Он... Ну, классический рок, подожди. Ну, вот точно. Как... Можно мне сказать? Говорят, что понимать под классическим роком. Ну, вот классический рок. Крылья... Это Лужники, да, вот концерт идет. Бонни Тайлер, Назарет, из Black Sabbath, там, бывший вокалист, Тони Мартин, по-моему. Вот, еще там большой концерт. А, Kingdom Come там выступали. Ну, давай к телу. А что к телу? Зал пустой. Ни хрена подобного. Не, ну вот мы... Просто все время все изменяется, перерождается. Есть возрождение, есть спрос, есть люди ищут. Очень, мне кажется, возвращается. Очень вот Kingdom Come мы ходили в это самое клуб «Апельсин». Очень просто было потрясающе. Не зря Назарет сюда ездит. Если бы этого не было бы, они бы не были бы здесь. Слушай, а такой вопрос. Я тоже была на Kingdom Come. Как ты считаешь, то, что исполнил гитарист из Kingdom Come на стойке песню «Подмосковные вечера», это был ли пошлятиной? Нет. То есть ты считаешь, что это не банальщина нет, была? Нет, абсолютно. У нас мы готовим, даже хотим частушки сделать. Че, нет-то, нормально. Прекрасно, ребята, сейчас давайте послушаем еще вашу песню. Какую бы вы хотели услышать, кстати? Of course, yes. Вот я вижу песню Crying Day, я с нее слышала только начало. Мне хотелось бы ее послушать целиком. Охуенная песня, да, очень-очень рекомендую. Как вы насчет песни Crying Day, если я сейчас поставлю? Да. Итак, прекрасно, отдыхаем с песней Crying Day. Long time wasting whiskey around and round, smoker left inside. Don't want to come out tonight. Waiting for your call from now, but I got nothing to talk about. Crying day distract me here in the rain. Mirror looks at me. Still that smiling silly game. Joggers lying without a face. Lost myself in a yellow piece. It is sound so really hard. Try to open my cartoon heart. Crying day and slap me on the way. I wanna dance into the rock and roll me. I don't need to scream or let it shout out loud. Yeah, got no reason to keep.
Отличная песня «Crying Day». Итак, «Like an Angel» снова спрашивает группа «Whiskey Cat». Кстати, «Like an Angel», мне кажется, что ты выиграешь диск. Как, в принципе, могут выиграть и остальные, если подсуетятся и будут задавать вопросы. Итак, «Like an Angel» спрашивает, когда появятся новые свежие композиции, в том числе и на вашем сайте. Кстати, действительно, я заметила, что у вас почему-то на сайте выложены MP3 обрезанные. А почему? Это контракты. Это крупные фирмы, они звукозаписывающие, забирают наши песни. Держат и, нас по рукам и не отдают. Ногам, конечно. Вот. И а даже пить нам не дают. А, есть. А вы вообще как бы на каком лейбле выпускаетесь? Где вы продаетесь? Да. Вас реально найти в рок-магазинах, это... например? В наших нет, конечно. Откуда же мы в нашем магазине? Кто нас возьмет? Home Record Studio. Да. Glam. Jack Record Studio. Да, там компьютер маленький стоит, он все пишет. Тебя все забирает. Пошел там, не знаю, попеть, он пишет. Ну так ответил Like an Angel насчет новых композиций. А на вашем сайте появится. Идет работа над новым альбомом, но тут немножко задержка. Вот туда-сюда, тут съемки, тут там. Нету. Передача, блин, да, там съемки. Не, просто руки не доходят. Нужно будет положить. А на самом деле наши диски можно наказать. Работа кропотливая. Вот записывать и все делать, это очень на самом деле сложно. Половина всего выкидывается. Если бы все заходили, приходили бы к нам бы. Мы бы вам диски надали, там писали, а то почту открываешь, а там ничего, ноль. А так вот, да, там почта, адрес есть, напишите, мол, Сильвер, нахуй, блядь, где диск, твою мать, там жопа. И все.
Диск будет. Ну, действительно, завтра, ребят, на самом деле можно все проще. Зачем обязательно в какие-то рок-магазины? Как бы вот, пожалуйста, люди вам говорят, как открытый, нормальный, честный, прямой, да, путь, да. Так что не стоит заморачиваться. Главное, чтобы откликнулись музыканты. Музыканты. Мы вас ищем, басист и барабанщик. Басист и барабанщик. Найдись. А если это будет и басистка будем... и барабанщица? О, это будет еще великолепно. Это вообще чума. Тогда на нас больше, особенно вот как у Мотли Крю, у него же, у них там было как-то концерт, они играли без Томми Ли, там была барабанщица группы Холл из Кортни Лав. Вот это вообще девка класс. Ее возьмем, да. Кортни Лав, мы тебя тоже возьмем и всех возьмем, мы согласны. А кстати, мы встретились с группой Whisky Cat несколько раньше начала передачи, и мы затронули такую тему щупанье. Да. Больная тема, да, да. Я не знаю, кстати, Сильвия Трэш, готовы ли вы ответить перед камерой на этот вопрос, но мы задавали друг другу, собственно, такую шараду. Кого бы вы бы хотели пощупать на данный вам момент? То есть из рок-музыкантов ли? Или из не из рок-музыкантов? Ну, скорее всего... Вообще, кого бы хотели пощупать? Ну, скорее всего, из общеизвестных личностей, таких глэм, рок-музыкантов. Ну, даже неважно, любого направления. Нет, пощупать не надо. Вот я все-таки хотел бы посмотреть Мэрилин Мэнсон. Все-таки у него, правда, там глаза какие-то разные, не настоящие. Ну, ты вообще... Ну, и правда, что у него там ребер много там? Вы по существу, пожалуйста. Вот вопрос конкретно поставлен. Да, это... Мне кажется, ну а чего, его нельзя, что ли, пощупать? Ну вот, то есть ты хочешь Мэрилин Мэнсона пощупать? Это ответ трэша. Нет, ну, а еще мужиков кого? Его, так. Вот, а потом еще кого-нибудь. А из женщин? Из женщин, ты скажешь. Ну их же много, и хочется всех пощупать. Женщин, короче, щупаем. Джон Мордюков хочу пощупать. Да? Ну как странное желание, так. Почему странное? Нормально. Ну хорошо. Женщин щупаем всех. Всех. Да, приходите, всех щупаем. Не, ну, конечно, Памелу Андерсона, вот еще там крюглишки эти. И Томми Ли заодно там. Томми Ли интересует больше. Но из женщин там Дора Пэш, Лита Форд. Твиги, Боуи и, конечно же, Игги Поп. Да, вот его вообще в первую, прям в хит-парад вверху. Нет, но все-таки это и женские группы там, Витнес и... Ты уже Лита Форд, ну чего вы не говорите? Почему Дора Пэш? Я сказала Лита Форд. Да вообще не говорите. Я говорил Лита Форд. Нет, Лита Форд. Вообще не Дора Пэш. Не люблю я Дора Пэш. А почему ты любишь Дора Пэш? Почему ты? Я тоже не люблю. А почему ты не любишь? Ага. Почему? Она же прекрасная. Нет, Лита Форд у нее какие там? У нее все песни про любовь. А у Доры Пэш тоже про войну, да, и про любовь. Какая? Виаво вот это. Виаво. Что это за любовь? Вот это мужицкая песня Виаво. На нас зачем тут ходить не будет. А точно, блин, сейчас... Молчи. Не, ну один вот эту песню. Все, блин. Слушайте, такая интересная тема, но у нас опять вопросы из чата. У нас новый человек задает вопрос. Do you like me? Of course, man. Да. Спрашивает, что помешало Whisky Cat стать популярной за эти долгие годы? И, кстати, вот этот вопрос меня тоже мучает, потому что мне редко, когда нравятся группы вот наши, вот вы мне тоже понравились, поэтому я с удовольствием как послушаю ваш ответ. Что помешало? Мы сидим в такой прекрасной студии с такими очаровательнейшими ведущими. Yes, да. Это практически пик популярности, можно сказать. Нас еще как покажут. Вот, кстати, заметьте, опять девушки у нас берут интервью. Да, вообще на тему интервью, это вот мне тоже нравится. То есть есть многочисленное количество анекдотов, да, вы знаете, вот по поводу того, как берут интервью. Но мы рассказывать не будем. Ну что там? А, ничего не написали пока, да, еще? Да. И, кстати, вот Like an Angel очень грамотно отпарировала или отпарировал то, что разве что-то помешало им стать популярными. То есть для Like an Angel вы уже точно тоже популярны. Так что спасибо, Like an Angel, да, ты разделяешь наши... Ну, мы не знаем, кто ты, мужчина или женщина. Мы широко популярны в узком кругу почитателей, ого. Ну, так и теперь... что популярность с нами. Да. И теперь вопрос об антураже. Когда вот, кстати, у нас в передаче тоже был Павел Потапов из Москва Рок-Сити. И он говорил, что его антураж, внешняя вот одежда, она состоит из в основном гардероба его мамы и сестры. А ваш гардероб вы берете своими силами или тоже берете у родственников? То есть мама, сестра, там девушка любимая? Я вообще шмоточник. Я
признаюсь, я люблю дорогие, нормальные штучки. CK джинс, трусики у меня Армани. Да, кстати, единственное, вот насчет шмоток. Есть такой нюанс. Если хочешь одеваться прикольно и все такое сценическое, то тут надо лазить от рынка до какого-то дорогущего бутика. Бутика, конечно. Да, конечно. Где-то в бутике нашел такой ремешок очень красивый, все, ну... А где-то увидел такие, не знаю, такие кольца где-то на рынке за всего там за копейки, но они лучше всего. Это надо, это как глаз, это вот стиль. Ты сам вот идешь, и все время глаз у тебя все щупает. Ну да, это Паша обходится такими минимальными как бы ресурсами. Ну, да. Не, главное вкус, мне кажется, главное вкус. Ну, да. Особенно, а главное желание. Вот ты все время ждешь концерта, что ты это все оденешь, и будет праздник. Ну я же говорю, ты как секс, твою мать. Точно как секс, блядь. Да, вот точно. Теперь, значит, секс есть в нашей стране. Готовишься. Да, не знаю, как бокс, наверное, тоже, но секс точно, и джаз, наверное. А тоже. Бывало такое, что вот у вас какая-то женщина, и вы говорите, вот, мне нравится твоя вещь, дай мне ее поносить или хотя бы на концерт. А они сами отдают. Прекрасно. Like an Angel спрашивает. И потому как ответа все равно не слышу... Ой, ну сори, блин, да. Повторите вопрос, пожалуйста. Нет, я думаю, что здесь дело в интернет-вещании, да. Осмелюсь спросить, не нужен ли вам бэк-вокал? Нам после ритм-секции все, сразу берем всех. Вот нам сейчас только будут там, кто нам барабанит. Ага. И сейчас у нас последняя песня, и после этого у нас прощальная часть. Что прощальная? Может быть, еще? Может, люди хотят? Уже 150 тысяч звонков. Конечно, телефон разрывается. Мы в рамках определенных передач. Вот, предлагаю углубить и расширить, и раздвинуть рамки к чертовой матери. Это самое главное, да. Я согласен. Проголосуем все за. Нужно всегда иметь рамки жесткие, но при этом, чтобы было что нарушать. Итак, голосуем за продолжение передачи. Сейчас мы ставим песню. И после этого, кстати, во время песни готовьте вопросы. Во время песни, а после этого к нам виски Кэт еще вернется. Даже если передача скоро закончится. Не, ну дайте хоть 5 минут-то еще. Нет, после песни вы вернетесь еще. Мы еще вернемся. Совсем. Нет, ну вы понимаете, вы урезаете время от песни. Песня идет 5 минут, значит, надо приплюсовать, как хоккей. Знаете, раз. Нет, мы ставим целиком песню. Все отлично. Какую песню мы ставим, кстати? А дополнительное время полчаса же дают. Футболисты всегда. Не хотят уходить и бегают. Виски. Я могу ставить любую песню. Но оставлю самую длинную, потому что я думаю, что за это время вы успеете продумать вопросы. Она называется Fast the Wall. О, да, of course. Прекрасно. За это время мы успеем сделать с группой Виски Кэт все, что мы захотим. Барабан написал барабанщик Элиса Купер. Народ вокруг веселится, алкоголь
вами на стиле. Лохматый я и ты моя, свечу летает голова. Народ кругом бухло везде, еще стаканы как все зли. И крошка потанцуем вами на стиле. В эфире, да, уже все. Мы на связи. Отлично, так прослушали песню. Довольно длинную, но прикольную композицию, как прокомментировал здесь Сильвер. Да. Like an Angel просто пишет: давайте лобайте, не сдавайтесь, чем можем, поддержим, подтащим, подчирикаем. Ура, Glam Forever. Ой, спасибочки, блин, это прям как виски в сердце. К сожалению, Like an Angel не пашет Касперский, не пропускает ни один сайт, да. Это не в туда, как говорится. Комментарий. Ну да, Like an Angel мы еще ответим тогда, потому что если не слышно, что здесь происходит. Вот, ну, я думаю, что на сегодня... Да, скоро мы заканчиваем нашу передачу. И, ребята, закончилась первая часть. Вот. Да, завтра ждите. Ну, не завтра, а, скажем так, через определенное время. Что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся с Whisky Cat на этой студии. Да, потому что мало того, что у нас как бы куча осталось незаданных вопросов, я думаю, у людей в чате. А главное, не отвечены. Да, сори, люди, блин. Кстати, Hell и Хейт, пишите свои телефоны, вы выиграли диски, и Like an Angel тоже. Кстати, Like an Angel, вот ты выиграл или выиграла диск точно. Вот. Мы сейчас тебе это отпишем. Вот как этот диск забрать. Вообще смотрите наши передачи, заходите на сайт Whisky Cat, потому что... Заходите, да. Эта группа дико необычная. И, ребят, ну скажите что-нибудь на прощание, что вы хотите пожелать поклонникам Глэма. Да, вот кратко, так сказать, ваше кредо. Да, вот есть же люди... Мы дикие, необычные, вот. Да, вот уже все прям правильно. Да, а есть же люди, которые вот отчаиваются, считают, что Глэм помирает. Что вы им скажете? Как помрем, так и видно будет. Нет, он не вымирает.
Он не вымирает. Трэш как напьется и ничего не вымрет, все нормально. Итак, отлично, отлично. Сегодня у нас и у нас у всех в эфире была группа Whiskey Cat. Да, Do You Like Me? Пиши прямо сейчас в чате свой мобильный, мы с тобой свяжемся, и ты получишь свой честный выигранный диск с автографом группы Whiskey Cat. А также здесь присутствовала фея темная. И фея светлая. Заходите на наш сайт rockfeynarod.ru, там вы можете увидеть, кстати, отчеты с передачи сегодняшней, будут интересные фотографии, необычные. Полностью подробное описание. Потому что только в передаче «Рок-клиника» вы сможете наблюдать различные стили совершенно различной и необычной музыки. Так что оставайтесь с нами. Да, помните про 5 января, заходите на сайт Whiskey Cat. Даже если эта интрига не удастся, то все равно вы узнаете о следующих концертах группы Whiskey Cat. Интрига, да. Это уже хорошо. Да, кстати, вот сайт можно посетить. Да, по-любому, если там концерт или еще что был вопрос, на сайте всегда есть все анонсы и вся ботва там написана, если новости, да. И так далее. Like an Angel, спасибо, кстати, Like an Angel. Спасибо. Да, Like an Angel только что выложила ссылку на этот сайт в этом чате. Ой, спасибочки. Все, в общем, прощаемся тогда на сегодня. Пока. Погремим браслетами. И ждите нашу передачу в следующую пятницу, 28 декабря. К сожалению, фея темная будет отсутствовать, но фея светлая. Фея светлая будет с вами. Да, и будет группа «Дети лабиринта». Необычная музыкальная команда. Они играют в стиле вроде и металл, а вроде и металл, а вроде и эмо, а вроде и нет. Итак, посмотрим. Да. Приходите. Волосатики снова у нас в эфире. Это как телепузики. Жди следующего пришествия и жди группу Whiskey Cat снова. До свидания, ребята. Пока. Трэш. И Боб-рокер. Боб-рокер прощается с вами. Главный продюсер Глэма. Все, пофоткаешь нас тогда сейчас? Все, не расходимся сейчас.